Задняя подножка. Есть много вариантов задней подножки. Мы рассмотрим один из них сегодня. Чтобы провести подножку, мне надо, чтобы противник перенес вес своего тела вот на эту ногу. Что я для этого делаю? Я делаю уже привычное движение. Загружая противоположную ногу. Вот видите, чтобы не упасть ему, делаю такое мощное размашистое движение. Он вынужден упереться. Возвращается, усилия его возвращают в прежнее положение, на эту ногу. И что я делаю? Я, загружая вот эту ногу, только, да, вот так мощно. Чтобы он уперся до конца. Просто вышибаю ту ногу, на которую он опирается. Такое размашистое, мощное движение. Вот сюда. А сам атакую ногу, на которую он переносит свой вес. Очень простое движение. Какие основные моменты? Важно, когда вы выполняете подножку, чтобы руки работали и прижимали вот таким образом, его прижимали к себе противника. Ошибка бывает какая, когда человек влезает, а руки абсолютно не работают, остаются сзади. И тогда прием не получается.